Шура, ты представляешь себе, прохожу мысленным взором по полке с книгами, смотрю, коробочка черная, вынимаю, открываю, 80 лет, ядрена мать, 80 лет, а теперь сколько? Они упрятаны эти 80 лет в коробочку, понимаешь? Ну, я не знаю, это та ли коробочка, в которой там лягушоночка скачет на бал, чтобы потом превратиться в Василису Прекрасную. Вот. Но я думаю, что эта коробочка, она хранилище тоже некоторой части твоей жизни. Я тебе желаю, чтобы хранитель твоей жизни, я уж не знаю, там ангел или Наталья, которую тоже надо хранить, между прочим, в свою очередь, чтобы она в этот день была замечательна, очаровательна, как и всегда. И чтобы ты со своим невероятным, неизменным, потрясающим юмором, который вообще-то и юмором-то вроде назвать нельзя, потому что ты говоришь те же самые слова, простые слова, которыми некоторые поэты сочиняют стихи, как твой любимый, например, Саша Черный. Мне так нравится твоя органичность, вот то, что ты сказал, да, кто из поэтов? Саша Черный. Причем выясняется, окажется, чего не спросишь, ты, оказывается, действительно его прекрасно знаешь. Вот. Мне только не нравится в Саше Черном, что он к Маяковскому как-то так очень подозрительно относился. Все остальное абсолютно замечательно. И ну, мне не тебе объяснять, как погиб Саша Черный. Прожил совершенно уникальную, замечательную жизнь поэта. Ты живешь жизнью актера, но на самом деле твое актерство – это поэзия. Не поза, поэзия. Потому что я всегда про Шуру Шилинда говорю, а он такой один, выходит на сцену, стоит. Может стоять 5 минут, 10 минут, и зал начинает вписываться в эту фигуру, а он ничего не делает, ты ничего не делаешь, только стоишь, а зал начинает хохотать. Где этот секрет? Даже у Жванецкого такое не получалось. А он, как ты понимаешь, все равно остается королем, король Одессы, никуда не деться, и России. Вот такая вот история. Будь здоров, мой дорогой. Я желаю, чтобы мы повстречались на какой-нибудь там проселочной дороге. Может, я приеду к Наташке Абрамовой, или мы компанией приедем, и там по внутренним дорогам этого самого дачного коллектива доберемся и до тебя. Всего тебе хорошего.